Хлопать. Раз, два, три. Всем привет, 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 привет. С вами. Сегодня мы будем забивать гвозди. Привет, привет. Мы сегодня опять в деревне у Иры. Сюда молоток. Я забиваю гвозди. Ровно через год. После предыдущего видео приехали опять в деревню. Привет, привет, привет. Сашу перевезли и Иру. О, а где вы? И Алису заодно. Не знаю, Алис. Пошли все цыплята. Привет, привет. С вами Влада 4, Гилен, Кобяков. И сегодня мы будем ходить на двух лапах. Топ. Давай. Пойдем, топ-топ. Там у нас ждет еще много интересного. Бычка гладит. А где дома в больнице? О, бычок сейчас будет нас бодать. А что он идет? Да, не знаю. Я его в первый раз в жизни вижу, откуда я знаю. Как тебя зовут? Они тут все Миши. Гаврюша? Они все Миши. Гаврюша. Я хочу кролик. Ну подожди, их бычок охраняет Миша. Нет, это Пуша. У него рога маленькие. Так-то. Ну, раз решетка стоит, наверное, есть. Подождите. Миша. Проверено. А, боишься? Где кролики? Михайло Потапыч. Нету кроликов? Да, кроличи. А ласточка? Ласточка там. Я боюсь, кролики. Ух ты, новое гнездо. Где, какое? Вот. А, ну, там никого нет. Ну, там никого нет, да. А, вон он. Конюшни ласточек, гнезд полно, и ласточки туда-сюда шныряют. Я боюсь через него идти. Авис, найди курицу и покажи вентилятор. Я боюсь. Саш, главное, в грязь не наступай, главное, переступай. Хороший вопрос. Они кусаются. Кто? О, курица. Все? Ко-ко! Мини-бычонок. А это твои знакомые мини, курицы, да, что ли, с прошлого года? Вряд ли. Мы... Фу! Опять выдумала. В сказку попала. Да. Тебе сюда теперь целую неделю ходите кормить. Так, а где утро? А где это? Где лягушачьи кролики? Хороший вопрос. Я их тоже первый раз в жизни видела. Какие лягушачьи кролики? Лягушачьи. Лягушачьи. Мини-теленок. Нет, ваш дом свой пупоша есть. Что вы? Зайцев никогда не видели. Это тут крольчата там? Да. И вот снизу тут тоже маленькие. Покажи, а достань нам крольчата. Так снизу такие же сидят. А вдруг они кусачие? Я хочу погладить. А вот большой кролик. Где? Да. О, заяц. А внизу кто? Вы боитесь? Не боятся. Мы их не будем доставать. О, большой заяц! Что-то кроликов мало у вас в этом году. Да. Гаврюша. Тут нет петухов, Саша, только бройлерные. Саша, ты кукарекаешь так? Да. Это ты. И Алиса тоже. Да, не ловится, Алис. Алиса занимается своим любимым делом. Так смешно бегает. Это петух или курица? Да, они все бройлерные цыплята. Почему бройлер? Вон еще одна. Не пугай, вдруг они должны нестись. Перепугаешь их всех. Не, я
яйца несет. А мы в том году собрали яйцо, у которого скорлупа была жидкая. Скорлупа такая, и в общем, ну как, лизун. А, это самый продуманный. Пошлите гусей смотреть. Ты сама говорила, мне кусачки. Ну да. А ты говорила, что хочешь теленку погладить. Не говорила. Ну что, не чтоб меня гуси кусали. Я сейчас тебя заопаю. Вон утка. А уточек можно гладить? Вряд ли тут можно. Так можно? Они клюются? Это гуси. А это утки вообще. Они клюются? Да. А они не должны. Саш, да не бойся. Мы можем пойти туда. Там же нам сказали туда не ходить. Вовнутрь дома не заходить. И тем более там гуси. А в двор можно. Там территория гусей. Мы там с Егором откапывали газовый щиток весной. Мы его так и не откопали. Мы ходили искать металл. Ну все. А что они делают? Защищаются. Ну пойдемте гулять теперь куда-нибудь. Ира к твоим друзьям. Сейчас вон Алиса пошла утку атаковать. Кукареку! Я видела эту колонку на видео. В том году была ручка. Помашите мне. Не меняется. Вообще? Вообще. Вообще? Вообще. Вообще? Ага. Трещина на асфальте, когда 10 лет назад, как и я. Угу. Их можно погладить. Но вообще это чужие козы, поэтому нет. Могут пристрелить. Ага. Ну просто чужие очень трудно. Работает. Давай пей. Будешь пить, нет? Саш, ты будешь пить? Ага. А как это? Наклоняешься и пьешь. Нельзя вот так? Можно. Все. Обрелась? Домой. Искупалась? Да нет, домой мы не пойдем, Саш. На мороженое. Я не могу. Ну я тогда съем. Высохнешь сейчас на такой жаре быстро. Пусть побудет у тебя, но я высохну. Только оно растает, пока я его буду держать. Можешь лизнуть? Пап, можно об тебя вытереться? Не, об траву вытрись. Просто ляг на нее и покатайся по ней. Можно? Я покупаюсь в одежде. Так все без купальников же. Я покупаюсь в одежде. А потом в мокрую машину полезешь? Да. Пошлите. Помнишь, мы в прошлом году сушили одежду? Рассказывай. Ну что, все?
Хочешь спуститься? Угу. Вон там. Сколько потом подниматься будет? Я не буду. А мы перебудем. Нет, я тоже. Саш, а ты чего не спускаешься? Я боюсь. Ну, ладно, боюсь. Аккуратно. Вам тут купаться предстоит. Местные жители пришли купаться. Кира, ходить больно? Мне не больно, я привыкла. А мне будет больно? Не знаю, как. А из шлепках не вылезешь, Ира говорит. Ну пусть попробует. Там просто все шлепки в земле потом будут. Они босиком вылезали. Мы же ждем Алису. Ноги в земле будут. Ну да, и что? Как же тут жила Алис? Месяц почти. А что-то уезжать не хотела отсюда. Ну, вообще-то не хотела, чтобы домик, который Ира построила мне в Майнкрафте, перестал. И только из-за этого целую неделю торчала. Куда? Помоги, пожалуйста. Пойдем, идем. Пойдем, Саня. На три, ладно, Коль? Давай. Раз, два, три. В общем, мы с тобой прыгали этим летом, а потом там упало дерево, теперь там не попрыгаешь. Еще прыгают он с того обрыва. Ты тоже на запрыгнешь? Давай. Он с того. И еще на другой речке с обрыва, через тарзанку. Туда мы не пойдем, потому что это легко. Очень. Да. Так я тоже. Давай, поехали. А что, вы поднимете? Вода холодная. Давай, давай. Пойдем? Где труба? Ну ладно.
зеленый, что ли? Нет, вон желтый впереди. Тут не видно отсюда, там куда эти яблони всякие. А мы тут будут чинить твой велосипед. Вот. Сделали круг и вернулись.